кепка Мазепинка сделана в основной камуфляжной расцветке украинской армии, камуфляже ММ-14. Она имеет характерный крой с приподнятым и раздвоенным верхом, основная часть имеет цилиндрическую форму типа немки. Материал кепки сделан по технологии Ripstop, армирован особо прочными нитями. Преимущество такой ткани в том, что ее практически невозможно порвать. Материал кепки 65% хлопок, 35% полиэстер. Ее можно носить как летом, так и в демисезон. Она защищает от солнца и небольшого дождя. Для дополнительной вентиляции по бокам есть люверсы. Прямоугольный козырек прикрывает лицо. Мазепинка имеет нашитую кокарду с трезубцем.